спрашивал, что с другим компанией, он говорит, о, знакомый Туарег, да, да. Вот это немножко насторожило. И сейчас я вспомнил, что, может, она реально была битая, как ты знаешь, все телепрограммы. Ну и движок поэтому там. Да. Ну хотя, видишь, черт. Слушай, ну конечно, да. Ну, так. Ну и как тебе пешочком ходить? Нормально, что? Не, ну вторая сейчас. У меня еще Мазда, поэтому... Ну, Мазда Наташкина, да ведь? Ну, тогда один, да. Да, да, да. Поехали? Поехали. Бучин, мои поздравления. Спасибо. Саша. Да, да. Ведь, ну, мы с тобой не разучаемся. Да, увидимся. Вечером в Фейсбуке. Да, вечером в Фейсбуке, да. Леша, она. Первый. Мяу. Я мяу. Если барабанчик, скажи. Ты вперед же сядешь. Лёшка полтора года. А, значит, тогда она должна была мне говорить, я просто мимо ушей пропустил. Прокатимся по Перебаловке? Давно катались по Перебаловке? Неужели уже 4 года прошло с того времени, как мы с ней делали мультяшки? А ну, ты не да. видел ничего, да, что там? Нет, она мне показывает все это. Охренеть. Ну вообще, я сейчас недавно архив этот открыл. Просто супер, как это тут на одном дыхании мы сделали такое что-то? Она очень быстро работает все равно. Ну и она такая кибер. То есть машина, интернет. В Португалии сидела, тоже работает. Закрыто там, да? Объедем. Может быть, там можно объехать, там же тоже есть штучка объездная. Лёшка, ау! Так а что, смотри, у меня этих хаус-пэдов 3 штуки. Я один подарил своему, ну, разные. Ага. Я один подарил своему сыну, он, который самый первого выпуска. Так. Очень странный. Он, ну, там есть то, чего нет в новых. Вот, и, в общем, круто. А я думаю купить себе, короче. А как, что ты хочешь купить? Да, понимаешь, я все-таки хочу что-нибудь, ну, как-нибудь так, людей порадовать, потому что просят там, спой песню про потупчик. Ну, и денег предлагают, а я думаю, а как смотри, мне? Смотри, я тебе посоветую покупать небольшие вот эти мощные, да? Угу. Не HousePad Pro там, просто, а купи вот эту новую систему, новую серию, которая маленький, желтенький и красненький. Обязательно желтенький купи, а обязательно ага, красненький. Я понял, там есть, да, помню. Да, а желтенький он как синтезатор. То есть на желтеньком ты можешь прямо быстро. Я знаешь, как с собой, вот еду в поездку, да, я смотрю, кто играет. Мне нужно просчитать бит, например, и тональности найти, да. Я тут же просто включаю его пальцем, раз, там наушник, сразу я нахожусь в каком темпе, сразу тональность и все. И какой лад, там ключ можно выставить. Он тебе показывает, какой гамме играет. Я раз записал на бумажку. Или тут же скреатировал какой-то трек там. Понимаешь? Это между последний, да? Нет, это который. Ну, это последний, но это маленькая серия, вот, которая называется хаусилятор. Хаусилятор, я понял. Так ну, у тебя хаусилятор для меня? У меня есть хаусилятор маленький, есть хаусилятор Pro большой такой, который, ну, на сцену он большой уже ставится, такой совсем профессиональный. Там сэмплы можно загонять, с компьютером он соединяется по USB, в общем. Ну, это такой, для студийной работы, а на концерте, ну, с новыми композиторами я, конечно, его использую. Там с Валерой, да? Ага. А так, в принципе, маленький, он вообще кайфовый. И вообще, знаешь, что купи себе? Вот точно так. Вот то, что вот я просто мечтаю сейчас. Корговский монотрайб такой. Да не обращай внимания. Маленький аналоговая драм-машинка. Что-то упало, что ли, у тебя? Не знаю. Нет, что-то. Слышишь? Ну? Маленькая аналоговая драм-машина. О! Которая абсолютно аналоговая. И секвенсор аналоговый там. И она там, ух ты. У нее есть CV, понимаешь, там без. Ой, как интересно. Вот MIDI, CV, все что надо. И это очень профессиональная машина, хотя она вот, размером там с 2 ладошки. Как интересно, слушай. Вот это ты не помнишь, такая штука была? Такая, как рама выглядит. И она такая светится, и там бар ползет. И там, короче, можно, ну, сразу считай фонограмму, прям в руке ее держишь, она светится такая. Не видел такую, нет? Может быть, ты имеешь... Как бы секвенсор, как секвенсор многодорожечный, но прямо вот... Ну, это еще как похожие на вот эти новые Apple-овские хауспады или что? Как, что значит рама? Повяжет. Ну, такая... Катаемся. Ну, такая, как бы не рама, а такая квадратик такой, на котором ползет статусная строка, и лампочки зажигаются, когда такт доходит. Ну,
Только это у всех так, лампочки зажигаются. Не, ну ее в руке можно, да, то есть это как бы не iPad, а это типа такого, типа такая вот, ну вот не знаю. Это не ямаховский секвенсор? Да нет. Может быть это вот из серии вот этих геймов, игрушек, которые были? Да нет, она такая, я видел там чувиха просто... А, подождите. Нет, я понял. Может быть Тенорион ямаховский? Он такой, как экранчик квадратный, да, такой. Да. Внутри там у него много-много таких вот как бы как бы кнопочек таких. Ага. И ты там их ставишь, они лампочки прям бегут. Да. Тенорион ямаховский. Тенорион. Да. Очень смешная вещь. А там чувиха, я видимо англичанка. Вот с ней я хочу выступать. Под нее прямо. Вот под нее хочу. Не, ну лучше другие тогда. Это она очень однобокая, ты там много на ней не сделаешь. А мне много не надо. Ну, будет играть компьютер, она будет просто... Ну, тогда вот лучше миди-контроллер купи.